Всем привет! Вы на канале Тойхаус. Лучшие обзоры, конечно же, для лучших людей. Хочешь вступить в армию лучших людей, надо просто подписаться на канал и обязательно нажать на колокол, тогда ты не пропустишь мои новые ролики. Ну а еще бонусом пиши комментарий. Лучшие комментарии попадают в видео. Ну что, а сегодня у нас будет обзор фишек Чипикао. Я их так и собираю, ну, в общем, покупаю эти круассаны, но уже не делаю с ними распаковку, думаю, смысла нету. Наверное, лучше я их буду складывать постепенно и постепенно вам показывать, какие фишки у меня попадаются. Думаю, так, наверное, лучше, чем распаковывать эти круассаны здесь, да? Мне кажется, так лучше показывать. Ну что, ребят, у меня продается Лига Справедливости сейчас. Можно найти, как приручить дракона. А еще можно найти монстров. Да, можно немножечко найти в редких-редких магазинах, но они встречаются. И, кстати, наверное, больше всего фишек у меня как раз таки монстров. Но Лига Справедливости у меня зато больше всего железных фишек. Либо я такой стал избирательный и еще чаще букву Б выбираю, либо, ну, не знаю, либо их просто чаще попадаются они как бы с буковкой Б. В драконах у меня всего лишь одна железная фишка, но я вам сейчас все это покажу. Давайте я вам покажу свои фишки, какие у меня есть. Может быть, у вас нет таких фишек, у кого-то, может быть, и есть. Ну, вообще, так-то прикольные они, интересно их собирать. Ну, вот, как бы разнообразие очень широкое. И насчет альбома. Альбомы, видите, говорят, некоторым дают прям альбом на кассе. Но у нас такого нету. А распечатать я его тоже, как бы, мне его негде распечатать, честно. Если я получится, я когда-нибудь его распечатаю и, наверное, приклею вот эти вот стикеры, которые здесь, ну, вы поняли, в общем. Ладно, давайте, поехали. Это фишечка номер 10, Отель Трансильвания написано, да, ну и, в общем, здесь герои изображены, такие веселые, яркие. Здесь у нас, в общем, ихняя сила, да, так я скажу. В общем, вот можете ознакомиться. Ну, может, нет у кого-то такой фишки, правильно? Вот если нет у тебя такой фишки, поставь лайк за то, что я тебе показал ее. Поехали дальше. Номер 19. I don't say бле-бле-бле, да? В общем, вот такой вот. Вот такая вот фишечка. Вот, даже что-то написано. У меня ручка еще кто-то писать уже успел. Но они, конечно, уже старые. Не знаю, ну, еще вот, честно, одну-две пачки можно в магазине все-таки найти. 23 номер, пожалуйста. 23 номер, 25 номер. Отель Трансильвания, welcome to Отель Трансильвания, да. Вот, в общем. Как вам этот мультик, вообще нравится, нет? Я, по-моему, смотрел последнюю часть, и мне что-то она не очень понравилась, если честно. Как-то было... Где на корабле, в общем, я смотрел. Помню, мне не очень она, если честно, понравилась. Как вам, пишите. У каждого свое мнение. Кому-то, может быть, он вообще безумно нравится, этот мультик. Мне вообще больше нравится все-таки, наверное, «Гадкий я» мультик. Ну, из таких персонажей фантастических. Так. Вот так вот я уже не говорю, да, номера. Тот был 31-й, это у нас 47-й. Это у нас номер 59. В общем, вот такая вот фишечка. И вот такая милая собака. 78 номер. Пожалуйста. Номер 81. Driving Daddy Batty. Не знаю, правильно прочитал, нет? В общем, ну, кто хочет, сами можете читать. Так, и вот 87-я фишечка, последняя, что у меня есть на данный момент. Больше у меня этих фишек, к сожалению, нету. Ну, нету и нету, ладно, в принципе. Зато у меня есть еще «Как приручить дракона». Поехали. Здесь у меня номер 2. Вот. Такой персонаж. Вот его скорость, сила, в общем. Все позиции его здесь указаны. Поехали дальше. Номер 3. Вот. Так. Номер 4. Здесь у меня прям почти по порядочку идут. Пожалуйста. Здесь уже, видите, как бы даже год написан 2019. А вот все-таки говорю, попадается еще за 2018 те фишки. Те пакетики, вернее, с фишками. Номер 5. Номер
Номер 30 у меня. Вот такой вот персонаж. Номер 59. Я прям как по русской лото веду тут прям. В общем, номер 59. Номер 71. Пожалуйста. И номер 82, тоже последняя фишечка. А, нет, не последняя, еще у меня есть одна железная фишка. Кстати говоря, многие мне писали, когда я снял видео про Чипикау, многие мне писали, что собирают только железные. С одной стороны, наверное, да, это круто собрать все железные фишки. Вот такая у меня фишка. Барф Белч, 98 номер. Вот, его все данные здесь присутствуют. В общем-то, вот как-то так. Ну что, а теперь к самому свежачку. И это у нас Лига Справедливости тоже. У меня есть флэш номер 25. Вот такая вот яркая, красочная карта, фишка, да? Пожалуйста, его данные. Потом зеленый фонарь. Вот он, 35. Причем я скажу вам, что зеленый фонарь есть еще у нас в железной фишке. Кто не знает, я вам ее покажу сейчас. Так, зеленый фонарь. Поехали. Вот это... я не помню, мне писали, кто это. Но не помню, кто это. В общем, вот такая вот девушка. Вот ее данные. Так, это у нас... не знаю, кто это. Не Супермен же это. Хотя, может, похож на Супермен. Да, Супермен это. Наверное, но я могу ошибаться. В общем, ну, скорее всего, Супермен. Костюм-то Супермен. Но они все так похожи сильно. Я тогда наговорил в первой части, помню. Мне сказали, нет, это не то. Вот это, по-моему, Терновник. Как-то так мне говорили. Или Куст. Ну, что-то из этой серии. В общем, 57 номер. Вот. И вот они тут все герои, пожалуйста. Ну да, это у нас этот, Супермен, вот он. Одно лицо прям. Прям похож. 100% Супермен. Ладно, это номер 76. В общем, вот 6 картонных, а остальные пошли железные. Смотрите, кто у меня есть. У меня есть флэш, 95 номер. Пожалуйста, вот такой вот прикольный. Кстати, да, на этого, на скрипыша... кого там, сердитыша похож, по-моему. Так, у меня есть вот такой вот зеленый фонарь. Вот он, видите? Вот он. Вот он и вот он. Ну, железный, он реально прикольный. Прям очень круто смотрится, честно. А, я вам же в флеше не показал его данные. Вот его данные. Ну, здесь все почти к соточке подвигает. Вот. Вот его данные. Так, зеленый. Зеленый фонарь номер 97. Флэш у нас был 95. Так, ну да, здесь тоже все почти по соточке. Скорость 80-очка. Эх, слабо бегает он. Летает слабо. Потом у меня есть киборг. Вот такой вот прикольный киборг. Это сотая фишка. И причем этих фишек у меня две, ребят. И одну когда-нибудь, когда, ну, когда, в общем, насобирается много-много железных фишек повторок, я буду устраивать розыгрыш. Обязательно устрою и их разыграю. В общем, все посмотрели. И вот она прям запечатанная, смотрите, в пакетике лежит, ждет своего, так сказать, победителя. Ну, вдруг кто-то прям будет, прям очень сильно увлекается, тогда прям без проблем устрою розыгрыш, потому что все равно я их потихонечку так немножечко собираю, без фанатизма, так сказать. И вот 94 номер. Это у нас Аквамен. Вот такой вот прикольный. Здесь у меня картонной фишки пока нету. Не знаю, ну, если честно, мне железные больше нравятся. Смотрите, скорость у него тоже маленькая, 80 всего. Медленно плавает, да? Такой вот. Ну, прикольный. Фишки прикольные вообще, яркие, красивые. Ну, они такие красочные прям. Вы видите, да, как они прям, не знаю, очень красиво смотрятся прям по сравнению с картонными.
так. Ладно, ребят, в общем, вот такое вот видео. Если вам понравилось, то, конечно же, поддержите лайком. Пишите обязательно свои комментарии по поводу этих фишек. Продолжать мне снимать или оставить эту затею. Кому нужно, я буду снимать. Кому нужны, я буду разыгрывать. В общем, с вас лайкос, с меня видос. Всем короче, до свидос.